истории всей вашей жизни. Анна Яшина 12 лет назад она переехала в Москву, закончила в ГИК из Сколково. Две страсти – кино и дети. Поэтому решено было открывать актерское агентство и потом уже актерская школа как продолжение. Мы знаем, что когда-то этот звездный час настанет. И ты просто веришь и вкладываешь в них, и образовываешь их, и обучаешь.